Как, собственно... Так, всем привет, ребята, всем привет. В общем-то, уже третий день, как я выживаю в зомби-апокалипсисе, и, о господи, какое страшно в этой маске. А, собственно, третий день идет, как я выживаю здесь. Собственно, сегодня я планирую переезжать, так как, ну, думаю, вы помните, что в прошлой серии я, как бы, пробрался в свой соседний дом, который буквально у меня вот... то ли за той стенкой, по-моему, за той, да. Я картину сломал случайно. То есть, который буквально за вон той стенкой у меня, там дом, в котором, скорее всего, живет мародёры. То есть, я не знаю просто, что мне делать, как бы, ну, воевать с ними не вариант, потому что, ну, их, скорее всего, будет больше, чем один человек. А я на данный момент один, других выживших я пока что не нашел, к сожалению. Поэтому сейчас собираю обмундирование свое. Схожу, получается, на рынок, потому что на рынке могут быть достаточно полезные вещи. То есть, может быть, сейчас там что-нибудь себе прикуплю. Сейчас с собой. А, вот это, вот это, вот это. Так, порох, я думаю, мне не нужен. Так, одеваюсь. Надену противогаз. Щит. Так, аук, дробовик, пистолет, на котором почти кончились патроны уже. Есть у меня магазины под них или нет? Я что-то не знаю, где у меня магазины лежат. Так, о, бензопила вот с огнеметом есть. Что у меня? У меня в рюкзаке, может, магазины валяются? Да, вот у меня в рюкзаке магазины и пистолетные патроны. Берем вот так и вот так их обкладываем. Вот, все. Плюс 4 магазина для пистолетика у нас. Но патронов все равно мало. Я не знаю, что мне делать просто. Сейчас все разложу, чтобы мне было удобно потом в случае чего это быстро достать. Нет, камеру вот сюда. Это вот сюда, чтобы камеру не запачкать. Это вот сюда можно. Хотя нет, это вот сюда. Так, ну тут мне особо больше ничего не нужно. Погнали, пособираем остальные вещи по дому. Так, тут ничего. Холодильник. Вот еда. Еду обязательно. Так, можно что-нибудь попить взять, допустим, вот это, что это у нас? Какая-то штуковина, без понятия, что это, ну и ладно. Всякий хлам, туда. Тут тоже ничего особо интересного. Так, ну, собственно, погнали. Надеюсь, зомби вроде нет, но, конечно, ночь. Ночь — это не лучшее время для вылазки, но... Что поделаешь... Главное сейчас надеяться, что... Уже вылез, конечно. Отойди от меня, пожалуйста. О, кожа. Это, конечно, фарм валюты. Но все же. В общем-то, я сейчас хочу сходить в магазин и на рынок. Чтобы, получается, ну, как бы... Побольше себе прикупить предметов, чтобы переехать. Я уже приметил вот это здание. Оно мне больше всего понравилось. Куда? Стой. В смысле? Здесь разворотили этот вход. Они теперь сюда залезть могут. Не-не-не. Мне такое не нравится. Давай-ка этот, обратно. Так, я хочу на рынок слазить. Я туда все хочу слазить, никак не залезу. Ты посмотри, сколько их. Это ж, ну, нереально. Учитывая, что у меня патрон не так много, на них надо максимально экономить. И не промазывать желательно. Пруд и пруд, что ж такое? Их надо как-то замочить всех, потому что, ну, что это такое? Они еще разобьют стену здесь, вот будет весело. Ой, вот это вообще стрелять умеет, его надо в первую очередь. С него пушка выпала. Вот это все пособирать. С него выпал этот самопал. Так, еще шахтерские ботинки, мотыга, всякий хлам, короче. А, собственно, так... Давайте возьмем дробовик, я уже кого-то слышу, тут кто-то вот стоит буквально вот здесь. Собственно. Да, он тут стоит. Блин, надеюсь, что это не мародер. Так, ну, прогуляемся. Здрасте, здрасте. Вот, собственно, давайте пока. Не видит. Нормально как-то. Напиток какой-то. Обоймы для пистолета, валюта. Причем немало валюты, бумага.
Ящик с медикаментами, хлебушек. Хлебушек я люблю. Так, этот тоже открыл. Ящик с оружием. Ящик снабжения, еще куча патронов на пистолет. О, для штурмовой винтовки это вот, вот сюда, там, на эмочку. Так, еще какие-то напитки. Еще один ящик снабжения, только уж другого цвета. Да, я хожу тут, смотрю, что у вас есть. Так, колпа. Тоже забираю. Еще один ящик снабжения. Так, ящик с доспехами. Ящик со взрывчаткой. Вот это вот надо осторожнее с этим быть. Так, взять рюкзак, все поскидываем. Помню уже, полный инвентарь всякого хлама. Скинуть можно. Вот так, хлебушек с патронами я оставлю. Попить тоже можно оставить. Тут еще хлебушек, печеньки, бумагу, всякие ящики. Хорошо просто, что я рюкзак себе нашел. Такая незаменимая вещь в апокалипсисе, просто вы бы знали. Просто бегаешь, собираешь себе лут. И тебе как бы не обязательно, чтобы у тебя инвентарь был пустой. Инвентарь может быть хоть полный, но при этом ты просто спокойно продолжаешь бегать, собирать ресурсы. Здесь все собрал, здесь все собрал. Ну, не уверен, конечно, что это его все ящики. Но это не важно. Как бы мне эти ресурсы явно нужнее. Он хорошо живет за счет выживших. Их вроде бы достаточно много, насколько я знаю. Но хотя, нет, скорее мало. Выживших у нас скорее мало, но вот. Если так смотреть, вот я, вот этот торговец, еще вот здесь вот торговец сидит. Уже три человека. Мародеры, но мародеров мы особо считать не будем, наверное, потому что, ну, это такое себе. То есть, если просто обычные нормальные люди не будут помогать друг другу, то мародеры просто как бы просто убьют тебя, грубо говоря, и все. Поэтому, ну, нам нужно как бы избегать тех мародеров, поэтому я вот и буду переезжать. Мне, ну, не надо, чтобы меня вот тут вот прибили или воровали там. Или еще что похуже придумают. Ну, валюты тут прям дофига. Мне уже чуть ли не складывают никуда. Еще валюта. Возможно, вы заметили, я немножечко охрип, я приболел. Но уже выздоравливаю, можно сказать, так что уже скоро не будет как бы охрипшего голоса у меня вот такого. Вот так вот. А! Уйди, 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 уйди. Напугал, блин. Капец. Вот так вот стоишься, лутаешь тут сундучки, где вот эта вот фигня сзади подходит. А откуда он вылез, стой? Тут же, ну тут входы забиты вроде все, типа, ну. Здесь тоже все забито, то есть я его открыл. А, нет, тут. Ага! Открыть я его могу, там паук какой-то огромный. Агрессивный. Так, собственно. Ну, здрасте, что у вас тут есть, собственно? Неплохой лут так-то. Дорого. Лампочки, наверное, куплю. Лампочки у меня дома есть. Ладно. Вот это куплю. И мне уже особо и не хватает. Я хотел кирпичи еще взять. Давай. Ну ладно, подкоплю немножко. Вернусь. Так, это все мы закидываем сюда. Надо немножечко валюты еще подкопить. Мне надо поискать зомби. Так, а как здесь залазить? Ну ладно, не важно. Уже не важно. Нашел способ вылезти. Так, вот эти кирпичи я выкину. Они не нужны. Мне сейчас надо поубивать зомби, собственно, и нафармить валюты. Потому что мне не хватает все-таки немножечко на предметы, которые хотелось бы, поэтому. Ну, собственно, сейчас я буду искать зомби. И скоро, как бы, вернусь к вам, ребят. Ну, как бы я подфармил, как вы видите. Нафармил так-то немало. Не представляете, сколько времени мне это заняло, как я устал. Поэтому сейчас будем покупать эти предметики новые.
Как бы больше, ну, переезд замечательно, но у меня не так много ресурсов, поэтому мне придется их допукать, докупать. Неважно. Слава богу, здесь торговец был, который продает вот эти вот самые ресурсики, блоки. Так, доски я тебе уже купил. Так, я хотел кирпичи у тебя купить. Вот это можно купить. И а на остальное у меня денег нет. Ну и ладно, ну и все. Сейчас мне надо, получается, так, во-первых, сложить весь этот хлам в рюкзак, потому что с собой его таскать, это я не знаю, кем надо быть. Вот эти кирпичики я все же заберу, что могут пригодиться. Тоже в рюкзак закину. Лишними не будут. И, в общем-то, сейчас мне нужно что сделать? Сейчас мне нужно взять, получается, ящик. И просто перетаскивать все ресурсы вот в этот вот небоскреб. Мне он больше всего понравился. В общем-то, постараюсь все как можно быстрее перетащить и вернуться к вам, ребят. Займет много времени, для вас всего лишь секунду. Так, ребят, собственно, сходил к тому вот бармену, нарыл у него рюкзаков, в общем-то, ну как, на прокат, считай, взял. Он уже одну комнату, считай, вынес, он остался снять картину, лампочку я уже снял даже. Так, вот эту лампочку тоже выкручиваю. Пригодится. Как бы ковер, я думаю, тоже забрал. Забрал. Заберу. Тоже лишним не будет. Ковер — это вообще такая вещь, которая лишней никогда не бывает. 18 штучек, нормально. Так, дверь можно тоже забрать. Выломаю дверь. Шкаф, но шкаф, ой. Ну, прям тяжелый. Не знаю. Не, ну я его донесу, конечно. Если в рюкзак закинуть. Это вот прям топовые большие рюкзаки, ребят. Так, давайте заберу хоть что-нибудь. Потому что так, броня на мне, броня на мне. Я все сейчас просто скинул в рюкзак. Я позабирать некоторое оружие хочу, потому что, ну, если на меня сейчас начнут нападать всякие зомби там или еще кто, то мне как бы нехорошо будет очень без оружия. Так, вот еще одну лампочку выкрутить можно. Кручу вот эту лампочку. Так. Ой, картины поснимать надо. Картину поснимал. Так, вот эти вот червюшки. Диван. Мой любимый диван забираю. Диван — это вообще святое. Оно все такое тяжелое, я не могу. Рюкзаки еще хоть как-то нести можно. А вот так вот нет. А вот так оно все тяжело. Так, что я дверь не закрыл? Так, стеклянный столик мой любименький забираю. Он очень удобный. Так. Это что вообще? Там мне не надо. Так, часики забираем. Книжечки. Книжечки читать буду, забираем. Так, телефончик. На запчасти, может быть, в принципе, пригодится. Так. Картину снять надо. Вы, конечно, не представляете. Ой. Я стену себе выломал. Вы не представляете, как долго я все это обустраивал, но как бы личная безопасность важнее, поэтому. Но придется мне переехать. Табличку тоже заберу, вообще все равно. Потому что я вот что-то периодически какие-то звуки слышу вот снаружи. Вот со стороны того дома. И мне это не особо таки нравится. Так, туалетик забираю, унитазик. Так, вот это вот забираю. Званый. Так, вантузик. Вот эти краники. Полотенечко забираю свое. Дверь. Теперь не надо. Так, овощи самые нормальные заберу. Некоторые уже позгнивали. Вот, все. Эти уже сгнившие. Эти еще пойдут. Так, камин забирать, наверное, не буду. Можно его чисто так сломать. В любом случае, скорее всего, дом взорву, потому что небезопасно его так оставлять. Как бы они могут понять, что тут кто-то жил. Хотя бы даже по забору. Так, кухню собрать надо. Кухня дорогая. Кухня, вы не представляете вообще, какая дорогая была. Ну как, я ее как бы бесплатно достал. Не совсем бесплатно. Часть я покупал еще до апокалипсиса. А! Что ты тут забыл? Уйди! Ты посмотри! Уже прям домой залазить стали.
Откуда он появился здесь? Что это за фокус? Мне не нравятся такие фокусы. Что он забыл у меня в доме? Командик. Вот это я забирать не буду. Так, вот эти командики. Плитка. Плитка дорогая. Это забираю тоже. Мне, скорее всего, даже одного рюкзака хватит. Хотя, не, у меня еще в гараже вещи вряд ли. Так, с холодильника все подоставать надо. Так, желательно холодильник перенести как можно быстрее, потому что здесь очень быстро портящиеся продукты лежат у меня. Так, холодильник тоже забираю. Положи. Фу. Да, у меня настолько прочный рюкзак, что его можно в холодильник засунуть. Вот так вот. Эти лампочки тоже вывинчиваю. Пригодятся. Так, с подвала тоже вывинтить можно. Ой, тут темно, не, мне страшно здесь. Так, эту пока оставлю. Так, гараж. Лампочки закидываю туда подальше. Так, столик, верстак мой. Так, ключики. Так, вот эта лампочка. Куда мне кирпич? Зачем мне кирпич? Так, трофей мой, первый убитый зомби. Так, телевизор вот этот сломанный, я его когда-то смотрел. Так, вот этот старый компьютер. Тут еще вот эта аптечка. Бумаги важные. Ящик с инструментами, так, отлично. Кулер с водичкой. Кулер с водичкой, это вообще святое. Так, что-то оно все тяжелое, пожалуй, закину опять сюда. Что тут? Огнетушитель. Огнетушитель тем более забираю. Сейф. О, ничего себе! Там из сейфа вывалилось. Целый склад. Я уже и забыл то, что у меня столько оружия лежит в сейфе. Я аж испугался немножко. То что это? А, это гранаты какие-то. А, нет, одного рюкзака мне не хватило. Я могу рюкзак в рюкзак закинуть. Я так, пожалуй, делать не буду, потому что я его здесь забуду, скорее всего. Так, полочки мне эти не нужны. Так, биту свою заберу. Железная все-таки. Алюминиевая. Пригодится. Так, в этом ящике. О, в этом ящике тоже дофига всего. Так, забираем. Тоже в рюкзак закину все. Потому что оно все очень тяжелое, вы не представляете просто. Так. Динамики. Вот эта сумка. Гитара. Так, оп. Оп. Отлично. Так, а микрофон забыл. Чуть не забыл. Так, оп. Полочках ничего. Так, вот эту сигнализацию, это очень полезная вещь. Забираем тоже. Так, вот эти вот заметочки мои. Тоже пригодятся, я думаю. Повешу все над рабочим местом. Так, вот эти вот ящички. Шкаф железный. Железные шкафы, вот эти с ящиками, максимально тяжелые. Так. На крыше у меня ничего не было. Ой, дождь пошел, ну замечательно вообще. Так, давайте ворота сразу заберу. Уж эти ворота... они очень прочные. И они реально могут пригодиться. Так. С подвала я все забрал. Так, ну здесь тут гнилые овощи остались. Так, главное, чтобы они не сорвались в какой-то момент. Я их вот так переставлю, может быть. Какие-то животные бездомные поедят. Ворота забираю. Все, так. Так, лампочку. Лампочку вывинчиваю. Тоже пригодится, я думаю. Так, что здесь светится еще? Так, лестница, давай тоже заберу. Могут пригодиться. Их тут, конечно, немного, но они прочные, алюминиевые, качественные. 5 штучек. Пойдет. Так, ворота я уже выломал. Так, вот эту входную дверь выламываю тоже. Потому что входная дверь тоже достаточно прочная, вон, видите. Я даже ломаную долго выламываю. Так, овощи. Здесь вот морковка целая осталась, потому что она под другим ящиком стояла. Там тоже все сгнило. Давайте я вот так же поставлю. Так, в помойке ничего. Ты кто? Иди отсюда. Посмотри, куда влез. Давайте помойку с собой заберу вот эту. Что это за семена?
доски мне не нужны. Так, вот эти вот баррикады, это тоже очень классная тема. Так, почтовый ящик. Просто, чтобы они вообще не догадались, что я здесь живу. Так. Всё, в общем-то, я остальное сейчас дособираю и просто валю на то здание. Короче, ребят, я дошел уже вот сюда, я собрал плюс-минус все вещи. Вы представляете, просто... Ой, вот сейчас чуть не сорвался, вы видели, думаю. Как сложно с этими сумками подниматься, они все вниз тянет. Просто это... Чуть об стекло не порезался. Хорошо. Жилетка, штаны прочные. Так, здесь хорошо, что кто-то таблички поставил, куда мне идти-то. Очень просто благодарен тому человеку, который поставил эти таблички. И вот этот, вот эти вот конструкции, они, конечно, да, они шаткие. Так, нет, я здесь не хочу подниматься. Я лучше вот тут поднимусь, наверное. Удобнее будет. Ай. Вот сейчас я прям максимально чуть не порезался. Вот прям уголком ноги наступил, типа. Вот сюда. Тут вот дальше. Куда куда-то. Просто все эти сумки вниз тянут, это невозможно. Или поднимаюсь просто. Может быть. А тут кто-то есть. Да. Не знаю, не заметил меня что ли или что? А. Я на что могу сказать? Здесь кто-то жил. Никаких тайников. Ни тайников нету. Ну ладно, верну тогда его палатку. Но я его убил. Но это был выживший, сам факт. Он какой-то странный. Сначала меня не заметил, там еще какая-то палатка стоит. Я туда сегодня уже не полезу. Так, я не хочу на этом этаже жить, я спущусь на этаж ниже. Вот хотя бы на вот этот. Вот, здесь можно в целом будет поразбирать некоторые из книжек. Здесь стеночку залатать. Ой, не залатать. Ну тут... Конечно, такое себе. Но в целом, вот эта комната, типа на одном из самых верхних этажей, вот это, мне приглянулась изначально. Она мне прям понравилась. Поэтому я думаю поселиться здесь. Сейчас я расставлю пару лампочек здесь, чтобы как бы, ну, освещение было, и зомби сюда уже не приходили. Ни при каких обстоятельствах, потому что если они сюда будут залазить, то это будет, ну, мягко говоря, печально. Так, те стальные лампочки, их было больше. А вот они, все. Нашел. Так, ой. Вот сейчас было опасно, чуть не сорвался. На потолок тоже их растыкать. Тоже полезно будет. Сюда. И вот сюда еще одну. Все, лампочки я растыкал. В общем-то, сейчас выгружу пару вот этих ящиков длинных. И уже, наверное, в следующей серии я буду распределять весь лут, потому что... Ну, я реально устал. Сейчас я покушаю. Уже в следующей серии обустроим здесь все. Ну, а вы, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Огромное спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. В общем-то... До скорых встреч и всем пока, ребята, всем пока.